Дорогие участницы, вот и подошло к концу наше путешествие по местам силы, четырем стихиям трансформационной игры «Волшебные камертоны женской души». Поделитесь, пожалуйста, своими чувствами, впечатлениями. Расскажите, как вам было играть в эту игру. Кто готов начать? Кто первый? Смелее. Давайте я. Хорошо, Маша. В самом начале так и не прописала свой девиз. Я сейчас уже по окончании игры наконец-то его, наверное, сформулировала. В моих крыльях есть опора внутри. Здорово. Ага. Я так увидела, что тот корпус, да, на котором крепятся крылья, это тоже опора. А еще я в игре узнала, что я талантливая, что я живая, страстная и... дышащая, наверное, вот. Здорово. Благодарю, Машенька. Так, кто еще готов? Я продолжу. Спасибо тебе, Оксана, за игру. Она такая вот... Я хотела пойти за ресурсами, не копать там какие-то травмы, что-то там, что-то как обычно. Вот, было настолько мягко, вот... Блин, из тебя просто потрясающая сказочница. Спасибо. Притчи зачитывала, я вот прям как в детстве побывала, вот как в советских фильмах вот это вот открывалась избушка. Да-да-да. Сказки, да, вот так вот было. Очень-очень мягко, очень-очень нежно. И для меня здесь вот эта игра, она стала некой призмой, через которую я еще раз посмотрела на тот путь, который я прошла, и кем я стала благодаря этому пути. То есть я осознала, что, блин, вот я здесь уже решила, здесь у меня хорошо, и подарки там, и чудеса, и страсти, и все уже есть, и хватит уже заморачиваться в конце концов. Вот, непонятно о чем, а уже просто жить, радоваться. Спасибо большое, Оксана. Благодарю. Да, подняться тогда с высоты птичьего полета, посмотреть на все это тоже очень здорово. Так, кто еще готов? Я также присоединяюсь к Оксане. Вот, я завершаю с благодарностью эту игру. У меня девиз был «По жизни с любовью». И вот действительно игра такая, она вот мягкая, легкая, но в то же время такая вот, ну, глубокие моменты нужно какие-то вот поднять, но опять же не сильно как бы травмируясь на каких-то вот моментах, но в то же время на каких-то ресурсах стоит вот еще подумать, о чем это, задуматься где-то. И вот то, что как бы это игра действительно для девушек и женщин, она такая вот, женщина, есть такие многогранные, обрамки разных, да, вот золотых таких вот металлов, вот, поэтому действительно, и вот затрагивались разные вот такие женские струны, и тем более, что связано вот стихия женщины и девушки, поэтому вот спасибо за тот ресурс, за тот действительно такой вдохновляющий момент, и вот то, что как поставила себе девиз, и с ним же также и завершаю, по жизни легко. Спасибо, спасибо большое. Леночка, мы тебя не видим, но слышим. Можешь ли нам что-то сказать? Ага, я нахожусь в некой левитации, да, в таком состоянии полета. Кстати, когда я уже вошла в эту игру, да, с вами вместе начала общаться, уже было такое состояние возвышенности, какой-то ресурсности, чего-то чудесного, да. Здорово. И вот это... как вначале сказали, мое сердце открыто для чуда, да, кто там сказал, я вот тут даже записала, и вот у меня такое чувство, что действительно мое сердце тоже открылось для такого, для какого-то чуда. Для себя я почерпнула то, что нужно все-таки действовать, а не сидеть сложа руки. Ага, я сейчас здорово. Я сейчас в таком пограничном состоянии. Хотя вроде что происходит вокруг меня куда-то меня все двигают, но я сама не двигаюсь. И эта игра меня как будто бы оживила, что ли. Так, возможно, время действий пришло, да? Вперед, да, не останавливаться.
можно достигнуть, там, не сомневаться. Замечательно. В силах, возможностях, способностях. Благодарю, Оксана, за замечательную игру. Вот. Благодарю за девочек, за то, что познакомилась с ними. Они да, у нас такая чудесная компания подобралась. Очень было комфортно и приятно общаться с такими чудесными участницами. Девочки, я вас тоже от души благодарю.